Консолидация. Консолидация – это стабилизация биржевого курса в небольшом диапазоне после его повышения или понижения. Обычно после выхода важных экономических новостей или заявлений политиков на рынке Форекс начинается активное движение валют, которое заканчивается консолидацией цены в диапазоне, устраивающем как продавцов, так и покупателей. Подробный видеословарь терминов смотрите на сайте maxiforex.ru. Зарабатывайте на валютном рынке Форекс с компанией MaxiForex. Помните, всегда есть валюта, которая растет.